Фоминдень – народная примета на 19 октября. Народный праздник Фоминдень отмечается ежегодно 19 октября. В народе про этот день говорили «Фома – большая крома». Кромой, как известно, называется место в амбаре, где хранится зерно и другие продукты. Сегодня тех, кто слаб здоровьем, было принято кормить хлебной горбушкой. Верили, что это поможет им быстрее выздороветь. В народе Фому, который усомнился в воскресении Христовом, стали сравнивать с недоверчивым и склонным к сомнениям человека. С тех пор и появилось выражение «Фома неверующий». В этот день подводились итоги хозяйственной деятельности за год. Если амбары и погреба оказывались полными, то отправлялись в церковь и ставили свечку перед образом святого Фомы. Вечером же уже устраивались большие застолья в честь хорошего урожая. Народные приметы 19 октября. Безветренная погода сулит скорое похолодание. С утра небо желтого цвета к осадкам. Пасмурное и туманное утро предвещает погожий день. Бледное солнце на закате близится похолодание. Дым стелится по земле, будет дождь. Другие праздники 19 октября. Всероссийский день лицеиста. Основан праздник в 1811 году.